Так, ребята, всем доброе утро. Вот время у нас уже 8:30 утра. Как и обещал, я с большим трудом не посчастливилось приехать в город прохладный, Кабардино-Балкарию. Вот такой вот рынок. Сейчас пойдем всех с первым днем зимы и пойдем мы смотреть голубей. Потихонечку пойдем. Голубей немного, но погода вроде бы более-менее. 1 градус тепла показывает, солнышко. Вот такие здесь перки, щекаты. В машине сидят мраморные, головоногие. Так, пойдемте дальше. Дальше у нас детский, вот это у нас северокавказский. Черный. И сколько такая пара стоит? Вот это? Да. 5. Голубка, голубка. 5000. 5000 пара. Он сегодня без машины. Я что-то видел на работе. Вроде бы не плохие. Я не разбираюсь. Так. Так, лошадка. Почем такие такла? По 300. Уже никому не нужны. По 300 рублей. Да, уже. Вот уже не купил в октябре. Так, здесь у нас белые бакинцы. Всякие разные. Здесь то же самое. Он каждую выставку ходит в фотографии. Все разные. Правильно я сказал, да? Да, стараюсь, но не всегда получается. И желтые, и щекатые, всего подряд. И почем они вообще такие? По 200 рублей. Гоняете их? Приезжай, там у меня снимешь дома, посмотришь и выставишь в интернет, а то я не умею. А, вот такие армавирские. Ладные. Там же я распродал. И почем такие? Саня, он в интернет не выставляет. За 3 года. 3000. Я только в интернете выставляю, а куда я выставляю? Такие армадии. Шоколадные, сизые. А вы откуда? Прохладного? А телефончик не хотите оставить? Мы... Я уже заколебали. И в интернете. Все, я в основном уже продал все. Понятно. И сейчас правда, на радио правда. Все ясно. Спасибо. Только сказать, я и моряком, я и моряки хорошие. Ну, себе буду. Понятно. Сизого достать. Вот такие белые. Белые, желтые. Хозяина нет. Вот такие сизые. Чё ты, чтоб не замерзли, что ли, трясёк? Сизые. Почём такие мозги? 3 рубля голова. 3 рубля голова. А кто-то вот есть, вот дрыгают? Да. Есть? Есть, есть. Да. Там человек просто спрашивал, ему голубочки нужны. Бля, дома голубочка, я её отметил, я, бля. Офигенно ко мне приезжали, говорят, ну бля, что не голубь нахуй? Она слететь не может лапами, грыбет, сука. А телефончик можете свой оставить? Да, я. Вы мне продиктуйте.
на видео. Так, а ну. Так, телефончик. Вот сейчас вот так покажу. Телефон хозяина. 8-963-391-1603. А звать вас как? Саня. Саша зовут. Там вот Николай просил у меня вот. А сизолысых нету у вас? Нет. Нет, только сизый. Ну, с гребом есть, да, голубочка? Да, 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 да. А вот приезжал, Карлик ко мне приезжал, Русик приезжал, ваши Владикавказы. Понятно. Они брали в дом. Такие вот сизые. Белястые. Так, это у нас уже идут белые. Она уже армавирские. Такие. А белые почем такие? 5 рублей голова. Хорошие, ухоженные, чистые. Так, ладно, спасибо. Так, тут тоже. Тоже белястые. Тоже старые зрения. Ты уже работаешь? Да, работаю. Всякие. Так, а у нас ленинаканцы. Ваши ленинаканцы? И почем такие? А? По 500. А гоняете, нет? Да, прочем, тут старый. Так я на пенсию уходил до Газпрома. Там после пензи входит, да, после. Так, здесь у нас парочка какая-то сидит одна. Такие белястые. Парочка белястых. Поближе, видимо, голубочка у нее, вон гуска. Гуска припущена. И голубь. Хозяев. Хозяина нету. Так. Здесь у нас. Здесь тоже у нас. Тут у нас доцкие сизые. И черные уже малоносые. Вот такие. Тоже хозяин где-то гуляет, отдыхает. Так, здесь уже у нас проверяет голубка. А это ладно. Хоть его хоть. У нас белые, красные, северокавказские. Вот это вот. А ты что не взял? Не, а я не взял. Она, это с одним из них спробованы. И почем такие? По 500. По 500 рублей. Да. Дешево. Так, не буду я мешаться. Со своей камерой человек приобретает. Так, здесь у нас... Здесь у нас даже, не знаю, всего понемножку белый... лохматы. Это, видимо, тибилиски. Тибилиски белые. Да, блин. Хотя не буду спорить, не знаю. Не знаю. Может быть, это и краснодарские. Так, тут у нас такла. Один носочубы белый сидит. Таклошонок. Сизые. Сизые бакинцы и такла. Так, здесь у нас уже моздоцкие. Уже носы потянут. Это мое мнение. Вот это по 200. Что? По 200 рублей. Молодые. Пара? Нет, по 200. Молодой. Нет, это пара. Здравствуйте, Юра, молодые. Здравствуйте. Добрый. Добрый день. Такие вот черные.
Ваши, да? Да. И почем такие? 1000 рублей. 1000 рублей берово. Это же армавиры, да? Да. А телефончик не хотите оставить свой? Могу. Ну, продиктуйте тогда. 8-928-715-24-87. У вас вы только черных держите, да? Не, ну есть там, но в основном, да. В основном черные. Я просто в конце лета, вот ты снимал, у меня уже брат телефон. Ага. У меня с Уфы. Я вот 20 штук взяли, понятно. Так что тебе спасибо. Юрий. Ну и ради бога, может быть, еще кто-то заинтересуется. А вы сами откуда? Нарткалы. Нарткалы. А звать как? Игорь. Игорь. Все ясно. Так что вот. Кто-то уже купил. Хоть кому-то мое видео помогло. Так вот, так вот. Желтые. Такие там лошата. Бакинцы. Белястые. Белястые бакинцы. А такла почем? По 300. По 300. Гони, да, нет? Вот это вот. И вот это. Желтые. Здесь начинают. Вот это начинает даже. Черноплечья летает, покрывается. Боя нет материала. Покиньте мне бой. Хвосты вырывал, уже отрастает. Чем он пошел вас? Угу. Давай. Да на вас из нас. Понятно. Дальше что у нас? Здесь у нас вот такие. Чили. Чили, черные чили. Головастики. Ваши? И почем такие? По 300 рублей. Гоняете голубей? Зимой нет. 300 рублей. Здесь у нас уже... Здесь у нас уже Николаевский. Всего понемножку забито. Николаевский тоже ваш, да? Да. А Николаевский почем? Дальше. Дальше по 300 рублей. Такие вот черные. Черные тоже. Армавиры. Армавиры. Белые. И почем такие? 1500, 2000. От 1000 и выше. По-разному. Если 4 есть, эти по 5 есть что. Армавиры. Вот такой сколько будет? 5000 голубок. А это вот. Это вот голубочек. Угу. Это пара будет? Пара 10. 10. 10000 пара. Ну, Пятигорск, Вижневец там. Курганинские, они дороже, но много просят за них. Ну, понятно. Там, ну, сам бываешь, знаешь. Ну, да, там цены везде. Там, вот на выставке в тот раз были мы в Курганинске, ты же был. Разные. Снимали. Вот, вот такие, сколько там, 20-25 стоили, просили за них. Ну, да. Правильно? Вот. А я всего прошу 4. 4 тысячи. Да. Давай телефон еще свой продиктуй. Да, я сейчас тебе дам, Юра, подожди сейчас. Так, вот сейчас телефончик возьму. Вот такие тоже сизые, черные. Кого интересует,
вот именно армавирская птица. Звоните. Как и вы знаете, прохладным очень много. 89. Так, 8. 8, 96, 33, 82, 55, 26. Ага, а ну-ка. Вот смотри. Так вот я покажу. Да, смотри. Так. Вот телефон хозяина, Сергей. Звоните. Общайтесь. Есть, так. Вот еще есть. Здесь черные, есть. Это вот вообще молоденький тоже. Длинный, видишь, тоже. Молодой совсем. Угу. Пацан еще. Понятно. Хорошо, спасибо. Так, пойдемте дальше, чтобы время не тянуть, время. Сегодня на работу опять в ночь. Как и говорил, еле отпросился. Белые ботинки. Желтый. Так, это уже мрамор, длинноносый. Знаете, как их северокавказские уже называют. Армавир черный. Пара армавирских черных. Почем такие армавирские? Сальск, Ростов, привет! Привет, Ростов, Сальск! Ну где вы, ребята? Потерялись. Приезжайте в гости. Не погода, наверное. Ну, где-то и не погода. Сегодня хорошая. Армавирик, погода. Пара. Мраморные. А мраморные такие почем? По рублю. Они дрыгают? Да. Два дрыгают, два нет. Два дрыгают, два нет. Их как вот северокавказские породы называют? Да, я с Иволинской привезли. А этот прям до вечера, пока слетит, пока уже с очком загоняю. Мраморные. Так. Да, здесь всего. Всего понемножку. Мрамор, черные чубаты, голоногая птица. Типа акбашей что-то вот. Не знаю. В сапожках. Да, это лениноканский. Лениноканский чубатый, вот он. Сидит. Голубок вот акбаш. Неплохой. На внешний вид. А в небе никто не знает. Так. Вот такие. Здесь вот сиреневый, сизолысый. И сизолысые пара. Пара. И почем такие? Вот, диколысые почем? А? Диколысые почем? Пара? Покупать или на... Не, ну это я для людей снимаю. 5000 пара. 5000 пара. А вот дома случайно или вот дрыгают? Есть? И дрыгают. Есть? Да. А телефон можете дать свой? А? Телефон. Можно. Тогда продиктуйте. Просто именно вот ищут парочку голубочек сизолысых. Если есть. Приедут, дома заберут, да, обязательно. Да, не толстоносые, это не, да, то, что для пенсии. Это в чисто моздоцкое. Ну, да, я вижу, да. А уже у моздоки их нет. Я в прохладном живу. Моздок уже все, да, давно попродавали. Уже таких толстоносых, да, сейчас редко я найду. Так, продиктуйте на видео. 8-906-48-49-817. Да. А звать как вас? Женя. Женя, вы в прохладном живете, да? В центре города. Так, Николай, вот я еще нашел, вот можно созвониться вот с человеком. Вот есть сиреневый лысый. А уже... сиреневый лысый я уже снимал. Вот она. Есть, говорит, дома голубки, которые дрыгают. Можно поговорить, вот пара сизолысых. Неплохие, вот, слава богу. Мощно. Ну, гены есть, блядь, он жмется, блядь, продать. Да? Так, пойдемте дальше. Это молодые все, молодые. Сизые. А ну это, Валер. Сизые. А, да. И вот этика голубей. Здорово.
Московский. Почем вот так такие? Вот. Молодые, да? Да, вся молодежь. Научили николаевских вертеться. Убираю их, знаете. Вертеться стали. Еще похлеще, чем вот эти. Да. Хорошо. Ростов, Ростов. Обещали. Сальск обещал. На ярмарке был в Курганинске, в Кропоткино был и не приехали. Да. Да. Ну нечестно. Не всегда так получается. Да, ну хорошие ребята. Всем удачи. Ну, человек. В нашем, как говорится, голубином деле. Да. Умирающим, можно сказать. Жалко, да, конечно. Да, да, да. А почем такие вообще? По 300. По 300 рублей. Да. И эти по 300, всех по 300. Все по 300. Жрут одинаково. Да. Надо на корм что-то. Все ясно. Одинаково. Разницы нет. Николаевские. Так, белые. Белые. Такие белые. Моздоцкие. Это моздоцкие, да? Да, моздоцкие. Белые. И почем такие? По 1000 рублей прошу. 1000 рублей голова. Вот так. В клетке тяжело выбрать. Да, только на внешний вид. Вот там где-то в конце я видал, есть. Ходил сюда. Оттуда придет. Голубок. Вот этот. А телефончик можете свой поставить? Вы сами местный? Нет, Моздока. С Моздока, да? Это моздоцкая птица. Да я знаю, что она моздоцкая, только в Моздоке уже и моздоцкой птицы очень мало. Мало кто их держит, это вот белые у меня. И в основном ни у кого там много белых нет. Ну там Коля Бабич вот этот. Да, вон он сейчас подходил, там где-то уже что-то надо. Ну, продиктуйте на этот телефончик. Телефон мой. Мегафон. 8-928-86-11-388. А звать как вас? Юрий Иванович. Юрий Иванович. Вы с самого города, с Моздока, да? Нет, а ты не Юра? Юра. О, знаешь, у меня Кентяра в Германии есть, да? Ага. И вот мы с ним это ля-ля, фа-фа, тополя. Ты, говорит, ты подойди к Юре там, это, пусть он тебе, говорит, во весь рост снимет. Да, ради бога. Вы ему привет хотите передать? Да. Да. Давайте. Вот человек. Его, знаешь его как зовут? Александр, Захар. Захар. Захар? Я не знаю. Ну, если, он... если увидит, вы будете передавать? Привет? Конечно. Ну, давайте. Саня, ну вот видишь, как говорили, вот нашел я этого Юру, вот сейчас с ним разговариваю. Так что какие вопросы, и звони, не пропадай. Это уже 100 лет. Это ни привет. Ни слуху и ни духу. Большой привет тебе. Привет в Германию. Привет в Германию, все правильно. Ладненько, удачи. Спасибо, тебе. Спасибо. Тоже сизые, сизамурые. Сизамурые редкие. Голубочка. Хороша. Так. Пойдемте дальше. Дальше. Дальше вот такие. Я помню, нету, погуляло, все, блин, там это. Не принял ее. Вот суть. Сказали от нее, она же психованная. Почем такие? 500 рублей. 500 рублей. Это голубок? Да. Это голубок. Это достань. Нажми. Не, я сам не буду доставать. Я один раз полез, у меня выскочил. Я встань, я первый решаю. Вон. И я 1000. И вот еще один. Павлины. Павлины черные. Красные, белые. Белые. Так. Белохвостые. Хозяина нету. Ночи-то. Кто его знает? Какие белохвостые. Точить белохвостые. Ушел куда-то, ушел. Взял, ушел.
белые, типа гораны. Здесь тоже всего понемножку. Мрамор белый, чупатый. Чубатые чернохвостые, чубатые. Вот какой-то интересный сизоплечий чубатый сидит. Мрамор на плечи. Еще и спрятался. Вот такой чубатый. Вот его бьют. Вот такой вот голубок. Да, может, ты его знаешь. Молодой. Хозяина нету. Желтый, мраморный. Там пакистанец один сидит. Юра, ты если будешь с ним чирикать, скажи, Александр, смотри, казачок обижается на тебя. Да. Ну, а то он что-то... Если напишет что-нибудь в комментариях. Ну, он говорит, ты с Юрой поговори. Ну, поговорю с Юрой. Пусть он тебе, говорит, снимет во весь рост. Я говорю, хорошо, я скажу ему. Увидит. Белый павлин. Белый павлин. Ну, почем павлины такие? По 500 рублей. 500 рублей. Везде цену спрашивают. Да. Так. Такие. Черные мрамор. Паша, ты что, ничего не видишь? Нет. Такая корова нужна самому. Завязал, да, уже? Да. С голубями или до весны? Посмотрим. Гоняешь еще голубей? Долетают там себе. Так, лошата. Так вот. Так вот, так вот. Это твои серьги, да? А? Твои же серьги? Да, да. Это по... Саня. Ой, Саш. По 1000, да? Не, по 500. По 500? Сизые по 500. Желтые миров по 1000. Сизые по 500. Телефон уже брал я. Прохладного голуби. Так. Вот такие у нас уже здесь двухчубые. Так, вот еще белые. Такие. Сейчас давайте завтра на смену. И почем такие? Хорошо, хорошо, на нас не человек разговаривает. Хорошо. Топор. Если что, я вам позвоню. Дырку нашел, да, пошел. Паша, правильно? Полторы. Любая. Полторы тысячи голова. Да, 1500 голова. А вы откуда вы? С Майского. С Майского? Отсюда, с Кабардино-Балкарии, да? И гоняете птицу? Да, они льют, бой отлично у них. А телефончик можете свой оставить? Можно, конечно. Продиктуйте тогда на видео. Тем более, если птица гоненая. 8-903-490-73-66. В общем, можно, если домой приехать, поднимешь голубей? Можно, да. И можно. Слета? Да, да, слета можно. А звать как? Салим. Как? Салим. 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 Два человека Салим, вот гоняет двух чубых голубей. Я не закрываю. Можно. Любой, белых, сачей, какой хотите. Почему не живут? Можно голубей купить слета. Все птицы могут. А как? Это цирк. Кто-то все-таки гоняет и такие голуби. Возьми, погоняй. Так, вот интересно, да? Черные, мраморные. Не нравится? Как они? Вот такие вопросы. Мраморные, крупные. 60-70 лет. Как они бьют? По-разному? Так бьют, как бьют. Так бьют, как они. Крупные. А мраморные почем такие? По 300 они у меня все. По 300 рублей все. Не я же их так делаю, они сами.
Вот такие бойцовые. Бойцовые. Так, здесь у нас. Ну, хреново отрывается. Сними, сними, не красивые. Падает. Они красивые. Забивается, когда падает. Я правильно думаю? И почем такие? 800. 1800. Ладно, пойду потом. Давай. Ну, если что, вот этого никому не дам. Долго хранить? Гоненые, да? Ну, тут два штуки гоненые. Дома остались гоненые. Тут выпустил гоненых. Ну, вы вроде гоняете, да, голубей, я слышал? Да. А телефончик можете свой продиктовать? 8-928. Так, 8-928. 913. 913. 46. 46. 81. 81. Назвать как? Сергей. Сергей. Вы же с отсюда, с прохладного, да? У вас только вот сапожковые такие. Да. Такие мраморные. Есть гоненые. А тут один без хвоста уже что, в забой пошел? Ну да, отрывается плохо. А-а-а. Я ж только что, да? Ну, забивается тот, который падает. Угу. А тот, который летит, ну хреново отрывается, блин. Разве это забойный? Ну понятно. Хорошо. Спасибо. Так. Вот такие. Так, уже у меня, я посмотрю, уже время. Сейчас сделаю паузу. И начнем с этой клетки продолжения.